С сегодняшнего дня открыта регистрация на централизованное тестирование. Для этого абитуриенту необходимо скачать форму заявления на сайте РИКС, заполнить его до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на имейл пункта регистрации. В течение одного рабочего дня в ответ придет письмо с лицевым счетом для оплаты в системе ЕРИП. Во избежание массового скопления в пунктах регистрации организуют электронную очередь. В назначенную дату и время абитуриенту выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность. Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Они отслеживают ситуацию, они владеют вот той, ну, более подробно той эпидемиологической обстановкой, которая складывается, они прогнозируют, что будет происходить и так далее. Конечно же, мы все это учитываем и все эти рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение централизованного тестирования на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы. О решении сменить место написания теста или о выборе других предметов для сдачи абитуриент может сообщить при личной явке в пункт регистрации во время получения пропуска.